Очередное подтверждение идиотизма Лукашенко и его горе-генералов не заставило себя долго ждать. В Беларуси опубликовали фото и видео перемещения 38-й отдельной бригады, штатно входящей в состав сил специальных операций РБ. Их отправили на проверку боеготовности, но почему-то они были замечены по направлению к украинской границе. Обращает на себя внимание тот факт, что техника бригады маркирована тактическим обозначением. Они все помечены красным квадратом. Как правило, в армиях постсоветских государств наносят на технику тактическое обозначение перед ее участием в боевых действиях против противника, у которого есть техника аналогичных образцов. История повторяется, ведь во второй половине марта массовые видео с такой же маркированной белорусской техникой показывали, когда российские войска стояли под Киевом. В Украине считают, что нападение из Беларуси маловероятно, ведь таким образом Лукашенко просто показывает Путину, какой он бравый молодец. Но все-таки полностью отбрасывать этот вариант не будем.